Так, тема Рождества. Зажглась в Вифлееме звезда, волхвы собирались в дорогу дарами отметить рождение Христа. Царь Ирод почуял тревогу, зажглась в Вифлееме звезда, что значило эры начало, где слово нагорное страсти Христа и свет воскресения. Из ада желаний земных и страданий земных, греховных поступков и мыслей мы можем возвыситься духом своим, уверовав в высшие смыслы добра и любви, сострадания, борьбы за мир, где суд совести высший, где золото блеск меркнет в свете души, где с каждым прибудет Всевышний. Это будет.